Вот это я даже сам толком не смотрел, только быстренько скопировал и забыл. Возможно ли инициировать сортообразцы из ваших черенков в таком возрасте? Но нет бы подождать пару месяцев. Два сортообразца, предположение, что с красным боком это или королевский, или курдюмовый, или рыжий, а вот второй понятия не имеет. Не, ни хрена себе, королевский, курдюмовый, они совершенно разные. Вот. Или-или. А вот второй понятие, может, академик или. Первые черенки от вас мне пришли 22 ноября 2016 года. То есть у вас в 17 году, 18. Ага, третий год пошел. Я заказывал академик, королевский. Не, ну у вас и аппетит. Четыре выдающихся сорта. Погодите, а куда они делись-то? Ё-моё. Или вот они. А, наверное, вот они. Так, запутался я, ребята. Ну и что, нельзя было подождать, что ли, пару месяцев? Может, академик. Может, академик. А это явно королевский. Это черт его знает. Может, реже. Ладно. Ну, короче, подождите до осени. Тогда уж точно разберемся. Ладно? Так, а это что? Это же ваши же, по-моему. Черешня, что ли? Не что ли, а черешня. Так, как она к вам попала? А, это я вам ответил. А вы снова письмо прислали. Хорошо, спасибо. Смотрю видеоуроки. А, так вы, значит, это, Данилу смотрите сейчас. А, от вас опять пришло письмо. Я не успел с ним разобраться. В следующий раз. Последнее письмо опять. Помню, что Данил заказывал кусочки маньчжурского, черенки квинта. Ух ты, квинта. А порт еще пару сортов. Черешня бодная, желтая. Уже плодоносит. Яблони тоже начали. Ух ты. Мне бы фотографии бы этой желтой Боднара. Потому что у меня с ней непонятки начались. У меня, что тут говорить про вас. Опыляют же друг друга. Хотелось бы посмотреть эти. Вы-то прислали вот что. А мне бы осенью посмотреть на. Даже не осенью, они рано созревают. Где-нибудь в июле, в августе, я надеюсь, увидеть ваши эти фотографии. Так. Абрикос собрался зацвести первый раз, но погоды нет. Подмерзли первое соцветие. Вот. Надеюсь, в следующем году зацветет уже нормально. Всегда вспоминаю вас, рассказываю о вас всем соседям. Спасибо за ваш труд. Ладно, все. В общем, вы поняли, да? Предположительно академик, предположительно академик, предположительно королевский, предположительно черный отчет. Так. Вот это вот. Я понял так, что страшно ничего нет. Когда я получил эти фотографии, я схватился за голову. Караул угробит деревья. Потому что очень много мульчи кругом. Вот. Я увидел вот эту фотографию. Вот эту фотографию. Так. Ух ты. Скажите, пожалуйста, вот я сейчас еще не помню, с кем разговариваю. Там ниже, может, будет подпись. Я только сейчас обратил внимание на это дерево. Это что ж, штамп-то где? Неужели вы тоже из этих, которые штампы делают высокие, отрезая боковые ветки? А, интересно. А, так, ладно, проехали. А, ну, здесь уже по-божески, больше на кустарники похоже. Так. Это я и написал. Вы допустили смертельную ошибку. Вижу, что ваше сальце сгниет корневой шейки. Но это чисто было внешне. Вот. А, погодите, Александр, это не вы с Калининграда, волшебница. 20 саженцев вылезать из бутылок, что нам делать? Как что делать? Убирать бутылки, что делать? Так, вопрос, снимать бутылки, ставить палочки, подвязывать? Да, снимать бутылки, ставить палочки, подвязывать. Или можно вообще без палочек? Нет, с палочками. Сами пишите, ураганы, ветра бывают. Фух, так, видимо... Теперь так, это кто-то... А, вот это письмо мы уже проходили.